Ну, всем привет. Сегодня идем на рыбалочку опять. Будем рыбачить на две удочки. И на спиннинг. Сейчас попробуем достать, конечно, его, если получится. Накопали опять тех же червей. Что, может, хлеба еще возьмем для прикорма? Ну, короче, без прикорма попробуем на другое место маленькое. Вот, проникаем на чужую дачу. Там, где есть спиннинг. Да, потому что спиннинг у нашего друга остался. Спиннинг точно здесь где-то был. Думаем, короче, к этому спиннингу взять грузило нормальное и толстых червей шматок прямо туда приделать, короче. Может, какой-нибудь судачок возьмет или щучка. Просто блесен нет специализированных никаких. Только здоровые. На акулу есть только еще. На кита. Нашли спиннинг. Это прям вообще хорошо. Вот какой ультралайт. На самом деле нифига не ультралайт, просто не знаю. Блогер просто. Просто дубинка, короче. И вот ее мы будем кидать. Сюда червей наденем, да? Да. Чисто на везение. Да. Основной, конечно, я думаю, на удочку будем ловить. Да. Дорога на пляж закрыта. Придется прилазить. Каждый год, блин. Ну я тоже, блин. Ё-моё! Опа! Давай! Перелазит. Ты можешь прыгать? Гравитация 9.8. Выходим к реке. Отличное место, я думаю, здесь будет удобно нам и удочки кидать, и спиннинг. Вот такая вот речка в апреле. Вода, кстати, более-менее почище стала, попрозрачнее. Я вот 2 недели назад ходил, вода прям была совсем уж мутная, наверное, еще и рыба ничего там не видит толком. Попробуем на донку и поверху покидаем, и спиннинг кинем тоже. Вот, уже насадил червяка. Кто-то долбанул червячка. Ну, оголил маленько крючочек. Сейчас поправимся. Может, течение? Вот так вот. Ой. Ветер, к сожалению, сегодня сильный. Для рыбалки, конечно, не очень. Кидаем близко к берегу. Вот, глубину минимальную сделал. Сейчас еще спиннинг размотаем, покидаем тоже. Че? Да. Кидай подальше прям. О. На 2 удочки уже. Сейчас еще 3-я будет готова. Наверное, такой вариант даже выгоднее немножко подальше от берега. У меня совсем что-то. Да я говорю, то, что твой вариант получше будет. У меня что-то совсем к берегу подкинул. В ямку. Тут, в принципе, она есть. Вот. Походу даже может что-то приклевываться. Здесь неплохое место летом, когда вода помельче. Отсюда тягали неплохо. Не, наверное, течение занесло просто поплывок. Я думаю, много кому интересно сейчас посмотреть рыбалочку. Тем более дома сидеть-то вообще грустно. Попробую вот так вот. Не, здесь за это. К берегу прибивает совсем. Сейчас переброшу. С озер в Чинах вчера чувак скидывал фотки. Окуней 3 ведра на удочку наловили. Да. Да, ты вытащи ее полностью. На окуня не похоже.
Не, вот здесь вот яма, тут должно клевать. Ну, близко. Да меня вообще утопило поплывок, но это течением, наверное, так. У Илюхи прям клюнуло. Ах, зацепилось. Блин, я забыл, снимаем сейчас. Да не, сейчас намного лучше, чем я когда ходил. Когда я ходил, вообще было беспонтово. Ладно, сейчас попробуем еще спиннинг собрать, насадить на вот эту приманку побольше червей. Короче, импровизированную такую самодельную штуку сделать. Так. Помнишь, как закидывал? Сейчас выберу червей. Парочку жирных. Куда будем? Да по течению туда покидаю. Хватит этого грузила вообще, чтобы кидать, нет? Сколько грамм, оно даже неизвестно. Просто вот такое грузило. Может, какой-нибудь окунёк возьмет такую штуку. Кидается он, конечно, тяжело. Оля, это ты его покупала? Ну, короче, простенький такой, дешевенький. Вон еще нашли что-то закидушку. Ну, она зацеплена. Аккуратно, сейчас кидаю. Ладно. А, на легкий груз вообще. Чисто прям по поверхности. Давай отсюда. Ух ты, ёлая. Реально? Подожди, в натуре рыбка? А, да закинь, пусть это может это рыбачит кто-то. Сейчас. Ну конечно. Подвигай. Сейчас кидаю по течению. Фью. Да, сейчас сниму. Сейчас заброшу еще разок. И живая? Да. Да, катушка тут, конечно, такая игрушечная. Ну и снасть тут, конечно, такая чисто придуманная. Кита, наверное, хотели поймать. Ну за гайку бери, докидай. Сейчас. Ё-моё. Покажи, что за рыбка-то. Это... Чебачок. Ты чё, смотри, ухо на меня торви. Ну, кто опаснее, когда кидает. Давай закинем. Будем ждать, нужно закидушку, что поймается. Пойду там попробую подальше.
Да, конечно, червей лучше по возможности почаще менять. Сейчас поменяю червячка. О, вот на красного. Я думаю, должен сейчас кого-нибудь поймать. Ну и здесь, конечно, такой речки надо либо прикармливать, либо места менять постоянно. Потому что рыба где-то в одном месте обычно стоит. Где ее нет, там ее нет. Сейчас вот сюда попробую покидать. Да. Посмотрю сейчас, как тут. Вообще там мелко. Берег, конечно, для рыбалки сейчас не очень удобный. Вон там на квадрике гоняют прям по грязи, на здоровенном. Видно? Так. О. Ну что там, спиннинг распутался? О. Где? Случайно что-то нету. Было бы неплохо, конечно. О, наверное, сюда встану. Сейчас потихоньку. Грузило, конечно, вообще легкое. Я не знаю, кто, конечно, такое. Ну, в принципе, блестит оно, видно по воде. Единственное, катушка прям Китай совсем какая-то. Она далеко не кидает. Нифига прям. То есть только так швырять у берега. Не, ну да это вообще смешно. Ну, далеко не летит нифига. Ладно, так покидаем. То есть этим спиннингом не прицелиться, недалеко кинуть нифига. Течение прям попробую. Так чисто закидушка, короче. И с такой леской не подсечь. То есть на такой спиннинг нужен шнур какой-то, который очень чувствительный, чтобы можно было подсечь рыбу. Это так, чисто в развлекательных целях спиннинг. Ну, далеко не кидаются, конечно. Может, поутапливать. Еще, конечно, река такая, тут крупной рыбы хищной нету. Ну, прям тяжело разматывается. Но все-таки от катушки дофига что зависит. Вон катушка какая-то. Что это? Gear ratio. Что-то 5, 2, 1 какой-то. Ready, steady, go какой-то. Нет.
На него не поймаешь, наверное. Ну, по крайней мере, здесь. Ну, я для тренировки просто. Скоро мне придет ультралайт. На ультралайт можно окуньков потягать. На шнуре. Ну, блин, ну это вообще как бы леска еще. А? Потихонечку. Все, и так кайфово. И без рыбы даже выбрались на природку. Вообще прям реально кайф. Место еще такое прикольное. Да, это вон пчелы и шмели маленькие, наверное, не знаю. Да, пчелы это точно. Ямы роют. Вон с нектаром даже. Вон там белочку видел. Ну, кстати, эти пчелы вроде не агрессивные. То есть им вообще не до нас дело. Вон там белка сидела. Ушла. Даже если ничего не поймаем, все равно покайфовали. Сейчас червяков еще поменяю, попробую еще в других местах покидать. Я кидал с других нормальных, потому что вообще нормально. Для удилища это рассчитано, тут написано сколько, 50 грамм. Чуть-чуть подальше. Может такой груз на самом деле вообще просто по течению. Пит. Фаран. Нет, она спряталась. Чуть-чуть, я даже Она вообще большая, смотри, какая толстая. Блин, я боюсь, что она хвост скинет. Видишь ее? Да, я поймала. Она хвост скинет, я боюсь. Покажи. Она дура, ловите ее. Да она небольшая. Вот. А, большая. Нет. Нифига, как ты ее поймал? Да, да. То есть опущу, она убежит. Да. Дай ногу свою. Не, она большая, видели, да? Что, поймать ее? Да, лови. Я просто боюсь, когда они хвост скидывают. Да. Они просто когда хвост скидывают, они такие мерзкие. Снимай, снимай ее. А, че, господи. Ну, привет. Ну, хоть ящерицу поймали, давайте хоть ящерицу пожрем. На костре можно поймать. Красотка. Ну, что-то красавец. Или красавец. Ну, судя по тому, как она здоровая, мне кажется, самки такие здоровые, потому что они... Ну, че? Сейчас они, у них период, они должны быть это... А у Игоря, короче, прикольного участка, у него какие-то, видать, глюк какой-то произошел у них, другой. Они у них без лапы были, бегали, помнишь? Нет. Она ссанная еще, смотри, у нее, видишь, хвост как отличается? Угу. Она его уже сбрасывала, по-моему, нет? Я не вижу отсюда. Ты что, моросяга была? А? Уже ловили? Че, отпустите? Ну, конечно. Прямо сюда, ко мне. Иди в домик. Дай мне. О, какая ты... О, правда, смотри, какая она красивая. Ага, красотка. Нифига какая, смотри, какие у нее уши. Видишь, уши? Ну, дырки там. О, да ты прикольно. Слушай, она сонная вообще. Да. Она вообще не шевелится. Ладно, хоть ящерицу поймаю. Ты красивая. А есть на ящерицу ловить? Попробуй. Кита только есть. Вообще прикольно. А я слышал, ну такое тут... Побежал. Гигантская такая.
Ой, ну все, мы нарыбачились уже. Уже просто невозможно. Просто рыба не клюет. Просто не клюет. Ну, червя. Мужик приходил. Говорит, на опарыша можно, конечно, попробовать. Типа на опарыша больше вероятности, что можно поймать. Да, мусор как раз выносим с пляжа. Да, какой-то выкинул просто на пляже. Надо потихоньку очищать засранную поверхность. Так что все. А, еще спросили у мужика у этого. Чьи закидушки думали его. Он говорит, что другие мужики ставят на налима, на живца. Прошлой осенью 5-килограммовых таскали. Как бы налим здесь есть. И судака ловили тоже большого. Ну, она есть, короче, рыба тут, но мало ее, походу, вообще. Так что все, на следующей рыбалке. В мае, я думаю, уже. В мае будет более продуктивная рыбалочка будет. Пробовали на удочку порыбачить. Вообще на удочку никак. Вот на экраны вроде сейчас что-то было. Не, ну попробуем почему как? Экраны. Но там мелочь и на опарыши. Ну и только на опарыши, да, на червя вообще не берет. Офигеть, сейчас, короче, рыбачим. На экранчике рыбачим. Просто там дикий чебак. Убежал. Слышь, надо туда кидать, вот там нормально. Чебак, думаешь? Чебак. Эх. Не туда. Да, похоже, сейчас на экранчике наловим нормально. Какой, да, вообще просто вот такая. Вот, закинули экранчики с моста. Может, на них хоть что-то клюнет. Вот еще немного походили. Нашли вот такое место. Запруда, короче. О-о. Уже клюет. Здесь я летом рыбачил. В прошлом, позапрошлом. Тут прям как яма такая. Грузило опустилось. Ну вот сюда покидаю. Вообще здесь яма прям находится такая нормальная. Есть шанс, что рыба здесь стоит. Хотя клёва вообще в принципе нету нигде. Уже у ребят знакомых тоже спрашивал. Говорят, вообще не клюет нифига. Ну сейчас посмотрим, как тут будет. Раньше здесь ловил прям нормально карасей, лещей всяких, окуней. Такое вот местечко. Когда зелено, конечно, здесь покрасивее. Течение достаточно бурное, даже летом. Сейчас попробую туда подальше на течение покидать еще. Здесь вот так вот кидаешь, ну и поплавок уводит течением. К сожалению, глубину не получается сделать другую. У этой удочки поплавок привязан. Надо специальные узлы было делать. Что-то поленился. Ну вот уже минут 5, наверное, рыбачу. Пока что-то вообще не поклевки опять. Что на том месте, что на этом. Уже в трех местах порыбачил рыбу. Не знаю, что с рыбой. Она не ест, что ли, вообще? Уже и прогноз на завтра посмотрел. Завтра вроде дождь обещают. Перед дождем рыба нормально клевать должна. Ну, что-то вообще опять не поклевки. О, да ну нафиг. Вроде клюнуло. Сейчас попробую подсечь. Рыба вообще чуть живая, походу. Либо мелочь совсем какая-то. Ну, он видно, нет, приклевывается. Пыталась стянуть червяка. Вон видно. Ладно, сейчас туда же заброшу. Да ну нафиг, клюет наконец-то.
Смотри, 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 клюет. Ну давай. Давай, давай, тяни. Непонятно, тянет, нет. Блин, ну он опять кто-то приклевывается. А толком брать не хочет червяка. Тут уже комары кусаться начали, а рыба не клюет.